за совхоз Грудинина, за коллектив Грудинина, за то, чтобы у нас производилась экологически чистая, безопасная продукция для нашей страны, для наших жителей, для наших детей, для нашего потомства. Нет ГМО-продуктам, нет иностранному засилью. Мы за то, чтобы наши дети росли здоровыми, красивыми, сильными, счастливыми. Это уголок рая на земле. Этот рай надо распространить на всю страну. Вообще прекрасно, что есть такой Павел Николаевич, который сплотил вокруг себя. И ему не просто так доверились люди. Это дай Бог. А вот те, кто против него, их покарает кара небесная. И не только на том, но и на этом свете. Они проклянут тот день, когда они связались с Павлом Николаевичем, с его совхозом.